Очнулась, Рыбкина? Говорить будешь? Ай, я ничего вам не скажу! Ха, не попала! Даже плюнуть нормально не можешь! Я же говорю, бестолочь, ты троечница! Ну ничего, ничего, у меня и не такие на этом стуле разговаривали! Назови мне имена! Да пошла ты в жопу, Людмила Викторовна! Ты смотри, какая дерзкая у нас тут десятиклассница. А посмотрим, что ты скажешь на это. А вот и первая двоечка у нас. Пока что только в тетрадь. Но можно сразу и в журнал. Плохими оценками решила меня запугать. Математичка, да только пуганая я. У меня выше тройки никогда не было по вашей сраной алгебре. Молчать! А что, если эта двоечка будет тебе прямо за полугодие, а? Имена, Рыбки. Я хочу слышать имена. Ты на ушко мне шепни, никто не узнает. Перестаньте есть булочки с луком из школьной столовой. Шутишь? Это хорошо. Ничего-ничего, все вместе посмеемся. Вместе с твоими родителями. Вы не посмеете. Я не посмею? Ха-ха. Это ты меня еще плохо знаешь, деточка. Не трогайте мою семью. Назови имена. Я не могу, они мои подруги. Имена! Нет, пожалуйста, отпустите меня! Людмила Викторовна, педсовет через 10 минут. Спасибо, Инна Александровна. Бегу-бегу. О, Рыбкина, ты когда придешь по географии оценку исправлять? Завтра можно? Нет, завтра нельзя. Меня в школе не будет. О, в четверг приходи. После 6 урока в мой кабинет. Все, не мешаю вам. Я последний раз спрашиваю, кто из 10-го Б курил за гаражами? Я была там одна. Похвальное геройство. Посмотрим, оценит ли его твой папа. Что вы делаете? Не надо. Только не папе. Алло, Иван Степанович? Остановитесь. Я тут хотела с вами обсудить... Все, все, хватит! Я все скажу! Что у вас очень умная дочь! Ну, я жду! Имена, фамилии, клички! Зайцева! Так! Еще Прозорова и... Саблина! И все? Вас там больше было? Я в окно видела! И еще восьмиклассницы какие-то. Я не знаю, как их зовут. Одна вот с таким розовым локоном. А, Девяткина, значит. Приведите Девяткину из 8 В. Ну вот видишь, нет ничего страшного в том, чтобы сдавать одноклассниц. А я им не скажу, что это ты на них настучала. Нет, нет, нет. Спасибо. Записали именно тех, кого она назвала? Завтра в школу родителей. А с этой кончайте. Я с ней все. Буквы разные писать, четким перышком в тетрадь. Учат в школе. Нет, пожалуйста, не надо, вы же обещали, а? Боже, приснится же такое. Больше никогда не пойду за гаражи курить и вообще курить брошу. Наташ, ты что, куришь? Доброе утро, мам. Буквы разные писать, четким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе.